1 ноября в Государственном учреждении образования Линовская средняя школа Пружанского района прошло торжественное открытие военно-патриотического клуба. Это значимое событие не только для данного учреждения образования, но и для всего района. Учебная методика военно-патриотических клубов включает в себя элементы физического воспитания, военную подготовку и патриотическое воспитание. В рамках церемонии открытия патриотического клуба военнослужащими воинской части 23-324 была проведена выставка обмундирования средств связи и индивидуальной защиты личного состава, находившихся ранее и используемых в настоящее время в Вооруженных силах Республики Беларусь. Почетными гостями и участниками церемонии открытия клуба стали представители Вооруженных сил Республики Беларусь, местных органов власти и духовенства. Руководителем клуба является Олег Валерьевич Бескровный, учитель допризывной подготовки. Была проведена церемония торжественного вручения знамени клуба «Вираж» и принятия присяги. В этот момент в глазах мальчишек и девчонок в военной форме читалась искренняя радость и гордость. Патриотизм, достоинство, честь, отвага, Родина – это те жизненные ориентиры, на которые они теперь будут равняться. С напутственными словами к воспитанникам клуба обратились командир воинской части 23-324 полковник Бардадынов Алексей Викторович, военный комиссар Пружанского военного комиссариата подполковник Шевченко Кирилл Всеволодович, выпускник школы, офицер Главного управления командования внутренними войсками полковник Моргаль Александр Петрович, настоятель Свято-Крестовоздвиженской церкви Александр Мережко, заместитель председателя Пружанского районного исполнительного комитета Супринович Руслан Васильевич. В Пружанском районе уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию нашего подрастающего поколения. В прошлом году мы открыли центр военно-патриотического воспитания на базе первой городской нашей школы. В этот центр мы объединили усилия военного комиссариата, районного отдела внутренних дел, РОЧС, также наших общественных организаций. И совместно с учреждениями образования проводим мероприятия по военно-патриотическому воспитанию наших юношей в этом центре. Сегодня знаменательная дата. В Линовской средней школе открылся клуб. Для школы это ответственность. Они являются у нас пионерами по открытию клуба. На них будут равняться все остальные учреждения образования. Я уверен, что с такими серьезными подходами в администрации этой школы все сложится хорошо. Для ребят, которые вступили в этот клуб, открывается новая страничка школьной жизни, которая им поможет в определении с будущей профессией, в определении со своей школьной жизнью, и вообще будут только положительные эмоции от этого. На открытии данного клуба мы не останавливаемся, идем дальше. В Ружанской средней школе в ближайшее будущее также будет открыт военно-патриотический клуб. Сегодняшнее мероприятие, которое проходило в стенах нашего учреждения образования, это очень значимое мероприятие не только для нашей школы, но на самом деле, как было сказано, и для района, и для Республики Беларусь. Почему? Потому что патриотизм – это одна из основных составляющих нашей великой Родины. Если ребята будут помнить историю, будут чтить память, они вырастут настоящей, достойной сменой наших людей, которые проживают в теперешнее время. Мне хочется пожелать им в будущем быть настоящими защитниками Родины, целеустремленными. Мне очень радостно от того, что мы являемся первопроходцами того, что именно военно-патриотический клуб создан впервые в учреждении нашего образования. Так как наше учреждение образования – это школа мира, которая в нашем районе единственная. Конечно, это ответственность, это обязанность. Ну, я надеюсь, что все-таки
мы достойно будем эту ответственность нести не только перед нашими людьми, гражданами, которыми проживают в агрогородке Ленова, но и перед гражданами нашей Республики Беларусь. Сегодня войсковая часть 23-324 совместно с Линовской средней школой открывает военно-патриотический клуб под названием «Вираж». Главной целью военно-патриотического клуба является формирование гражданской ответственности, патриотического сознания, чувство верности к Республике Беларусь, а также готовности к выполнению задач по ее защите и овладению необходимыми знаниями и навыками. Ведь защита нашего Отечества является священной долг каждого гражданина Республики Беларусь. Открытие военно-патриотического клуба «Вираж» – это еще одна ступенька в патриотическом воспитании нашей молодежи. Это пилотный проект для нашей школы, и когда мы, начали контактировать с военной частью, у нас стояло несколько основных целей. Это один момент, это значит будущая профессиональная ориентация наших учащихся для службы вооруженных сил Республики Беларусь. Второй момент, это прежде всего это историческая память нашего народа. Через этот клуб мы также изучаем историю нашей страны, историю вооруженных сил Республики Беларусь. Я хочу, чтобы ребята в будущем просто не боялись, скажем так, службы вооруженных сил Республики Беларусь. С чего начинается все, наверное? Вот с таких клубов. И я считаю, что в будущем вот такие клубы будут содействовать действительно патриотическому воспитанию нашей молодежи. Здесь не только будут задействованы, конечно, вот эти ребята клуба, в будущем планируется у нас и старшая возрастная группа, которая у нас ребята 10-11 класса, которые будут посещать военную часть вот эту в городе Берёза. И совместно планируется изучение быта, традиций воинской части, осмотр музейной экспозиции, которая у них там есть. И таким образом будет укрепляться у нас сотрудничество с воинской частью. Очень интересно, потому что не раз выпадет такая возможность поучаствовать в таком клубе. Я вижу свое будущее, как я буду военным. Быть военным – это очень интересно, потому что ты летаешь на самолетах, на вертолетах, изучаешь что-то новое, разбираешь калаш. Никто из гостей мероприятия не остался равнодушным от творческих и музыкальных номеров, представленных воспитанниками клуба «Вираж» и учащимися Линовской средней школы. Всегда.